Сима же помогает. Да, Сима молодец. Сима, да, интересно, соединять кто кого. Одеяло защищает. Одеяло защищает? Да. Повзрослела девка. Лиза офигевает. Лиза в шоке. Сима! По башке сейчас дам! Кто на Эльзу задирается? Маленькая моя Эльза. Да, боже мой, принцесски. Сима, иди сюда, коза. Хулиганка. Чё? Ой, жалуешься. Чё ты жалуешься? Ты нападаешь, между прочим. Одеялко. Далось ей это одеяло. Надо. У Эльзы ж половина уже. А, она перетащила. Ага. Так вот она и переживает. Последнее одеяло забрали. Там, по-моему, мясо лежит, не мне одеяло. Нет, ей это мясо даром не далось. Это одеяло, оно просто уже мокрое и замерзло. А, точно, одеяло. Ай, ты моя маленькая. Да, да, забрать хотела. Ой, бестолочь, чего? Господи. Кошки. Вот так Сима у нас повзрослела. Ой, ой, ой. Сима, ты офигела? Сима. А что ты тогда трясешь перед мордой у нее? Неси сюда. А то я сейчас два одеяла принесу, а ты без одеяла будешь сидеть. Деловая колбаса. Ой, господи, маленький дед.